Ну, в этом году мы увидим первый раз, как реализуются денежные средства, которые накапливаются в фонде капитального ремонта Пензенской области из взносов собственников жилья. Кроме дома по улице Рабочей 237, который у нас был включен изначально в программу до 2015 года и будет финансироваться работа по замене там инженерных коммуникаций, включается в программу еще 6 многоквартирных жилых домов. Расположены эти дома в центре, западном и южном микрорайонах, а также других районах Кузнецкая. Вид работ везде один – ремонт кровли. Объем финансирования составляет около 12 миллионов рублей. Средства будут взяты из регионального фонда капитального ремонта, то есть так называемого «общего котла». По словам Владимира Трошина, в апреле будет объявлен конкурс по отбору подрядных организаций. Заказчиком выступит региональный фонд капитального ремонта, он же будет контролировать ход работы и принимать их. Ремонт может начаться сразу же после завершения конкурсных процедур, то есть во второй половине мая. Строителям будет дано время для выполнения ремонта кровель до конца лета.